уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, продолжаем рубрику «Самые дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим с вами 5 копеек 1970 года. Друзья, на ваших экранах 5 копеек 1970 года. Самая редкая и дорогая медная монета СССР, выпущенная в период после денежной реформы 1961 года. Существуют, конечно, и более редкие монеты, но только как мало встречающиеся разновидности, отличающиеся какими-то мелкими деталями. А вот так, чтобы весь тираж был редкостью, это как раз и есть пятачок 1970 года с общепризнанной ценой 9-10 тысяч рублей вне конкуренции. Что интересно, следующие ступеньки, причем сразу со второго по шестое место, занимают другие пятикопеечные монеты, все с одинаковой ценой в 4 тысячи рублей. Это 1965, 1966 и с 1969 по 1972 год. В 1970 году все крупноформатные монеты чеканились очень ограниченным тиражом. Так что монеты в 15, 20 и 50 копеек тоже стали рекордсменами в своих номинальных категориях, являясь самыми редкими и, соответственно, дорогими видами годовых монет за период с 1961 по 1991 года. Из отчетов о количестве изготовленных монет, изученных в архиве Монетного двора и опубликованных нумизматом-исследователем Моисеенко, видно, что в 1970 году Ленинградским монетным двором в Госбанк было передано всего 150 тысяч пятикопеечных монет. По сравнению с обычными многомиллионными тиражами, это очень мало. К тому же, вероятно, не более трети из них были с датой 1970. Остальные чеканились штемпелями с другими годами. Для Ленинградского монетного двора это обычная практика – использовать штемпеля прошлого года до их полного износа. Это уже, конечно, предположение, но основанное на статистике встречаемости и коллекционной цене этих монет. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. Для меня это будет отличной мотивацией для снятия новых роликов. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.